Проект федерального закона о северном завозе планируют вскоре доработать и утвердить. Он позволит быстро и по более низкой цене доставлять продукты, топливо, лекарства и другие жизненно важные грузы в районы Крайнего Севера. Об этом сообщил полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на специальной пресс-конференции во Владивостоке. В ходе нее он также озвучил задачи, поставленные перед федеральным округом на 2023 год. Среди них разработка и утверждение мастер-планов по улучшению городов. По сути дела, в рамках выполнения вот этого поручения президента Российской Федерации у нас есть уникальный шанс перестроить Дальний Восток, сделать его более удобным для людей, сделать лучше городскую среду, построить новые дома. Я считаю, это одной из важнейших задач. Помимо того, программу льготных дальневосточных перелетов продлили до 2025 года. Напомню, полеты по социально значимым направлениям выполняет единая авиакомпания на базе «Авроры». Под ее контролем 37 направлений.